Первым делом самолеты. Ну, а девушки потом. А зараз час пивів, Костенька. Гарно заспевал. Нормально. Ірина Третьякова оцінює наш талант і навчає нас на уроках на шару, як правильно треба співати. Отже, продовжуємо. Навчайте. Сьогодні ми знову почнемо з дихання, але будемо чуть-чуть по-другому це робити. Давайте спробуємо вдихнути в спини. От представьте, як будто ви спиною хочете толкнути стіну, яка ззаді вас. У мене не виходить, у мене тільки... Медленно, медленно, спокійно. Виходить? От мені прямо в руку. Вдохните вот. Мне в руку, Яна. Нет, это сдается мажит. Можно вот руку поставить и проверить, идет дыхание сюда, вот в диафрагму. Ну, сдается, зараз пішло. Да, хорошо, замечательно. Давайте снова попробуем рассмешить наших телезрителей и сделаем... Нам не закат. Хорошо. Следующее смешное упражнение называется «Собачка». Для того, чтобы мы хорошо прочувствовали нашу диафрагму. Гавкать будем? Потом, после съемок. Попробуем вот в диафрагму сделать короткие вдохи и выдохи. Как дышат собаки, которые бежат. Сначала может не получиться, нужно тренироваться. Можно медленней. Прочувствуйте, как у вас диафрагма двигается. Чувствуем? Ну, так приблизно. Очень хорошее упражнение для того, чтобы понять, как нужно дышать во время вокала. Вот это здорово, значит, правильно делаешь. Так, теперь следующее смешное упражнение. На «р» мы кривляемся. Выглядит это так. Только какие можете фигуры губами сделать. Поехали. Ведущим, кстати, это очень полезно. А теперь говорим скороговорки. Ну, давай это. Король-орел, король-орел, король-орел. Поехали. Король-орел, 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 орел, король, король-орел. Так, не заважай. Король-орел, король-орел, король-орел. Все, тепер можна говорити так. Король-орел, 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 король-орел. Король-орел. Я не балюсь, добре. І обратно. Орел-король, орел-король, орел-король. Орел-король, 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 орел-король. Так легше, мені так легше, так. Король, орел, король, орел, легче, король, так? Орел. Ага. Все одно важко. Нужно тренироваться. И давайте теперь вместе в одну сторону и в обратную. Король, орел, орел, король. Король, орел, орел, король. Поехали. Король, орел, орел, король. Король, орел, орел, король. Король, орел, король. Король, давайте дальше. Тренируемся дома. Песня. Сразу так. Ну, давайте, да. Давайте еще чуть-чуть, хотя бы я вас распою, потому что сразу песню петь нельзя. Просто по всему диапазону на букву А. У нас есть сирена так выла, коли був навчальна гражданська там тривога. Спасибо. Ну давай, демонструй, демонструй. Поехали. Еще раз. И поем песню. Ну. Какую? Тутти-фрутти. Ова. Тутти-фрутти. Знаете такую песню? Нет. Там нету слов. Есть слова. Тутти-фрутти, оу, Руди. Все. Поехали. Тутти-фрутти, оу, Руди. 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 Тутти-фрутти. Ауруди, тутти-фрутти, ауруди. Єс! Ще щось. У нас залишилася десь хвилинка, да? Ми маємо ще якийсь час. На одну вправу ми зможемо. Да, замечательно. Давайте вспомнимо чуть-чуть вчорашні крики наші. Ау! Развеселим Украину, и пусть все проснутся. Ау! 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 Не бойтесь!
А теперь попробуйте толкнуть диафрагмой себе помочь. Ау! 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 Круто, молодцы! И теперь поем. Tutti frutti, ау! Спробуем. Поехали. Tutti frutti, ау! Еще раз. Теперь вы, ваше соло. Tutti frutti, ау! Бай-бай! Круто! Все, мы будемо прощатися. Ірина Третьякова була з нами сьогодні. З Днем Янгола, до речі, вас. Зі святами! Дякуємо вам за навчання. У нас попереду вихідні. Гарно відпочиньте. Побачимося в середу.